Дмитрий – участник специальной военной операции. Сейчас на время приехал домой, на побывку. 16 января он предстал в роли спикера перед воспитанниками военно-патриотического клуба «Стимул». Ребята подошли к встрече с ответственным настроем. Каждый подготовил вопросы для военных. Разговор шел около 2 часов. Все участники ВПК внимательно слушали рассказы, истории и серьезные ответы Дмитрия. Сейчас современная молодежь должна понимать уклад жизни военных. Нужно, чтобы они осознавали, что защита нашей Родины – это непосильный труд во имя наших родных и близких. И важно, чтобы каждый подрастающий мужчина сегодня четко видел, насколько это значимо и ответственно. Ведь дети – будущее нашей страны. На базе нашего спортивного клуба «Стимул» у нас еще и функционирует уже 4-й год военно-патриотический клуб «Стимул». К нам ходят ребята заниматься от 6 до 18 лет. Пытаемся прививать им и любовь к Родине, и какие-то просто жизненные навыки, и военные дела изучаем, топографию, медицину, в общем, много-много всего. Вот, уже, наверное, не раз об этом слышали, мы рассказывали. Дмитрий, он уже не первый раз участвует в этой специальной военной операции. Сейчас он приехал оттуда в увольнение, и так как мы хорошо знакомы, мы предложили ребятам, чтобы вот он пообщался, чтобы они задали интересующие вопросы, так как такая возможность, конечно, бывает очень редко. Он был там 3 месяца, вот чудом попал, так сказать, на побывку. Очень хотелось увидеться и узнать, как по-настоящему там все происходит, не то, как у нас только в новостях показывают. И вот ребята очень заинтересовались, сегодня много пришли, задают вопросы. А насколько им интересно вот слышать от первого лица, грубо говоря? Ну, им очень интересно. Во-первых, они с ним знакомы, он очень много разных мастер-классов нам тоже проводил. Допустим, ту же тактику индивидуальную с автоматом. Это первый человек, который их учил вот, вместе со своим сослуживцем, наверное, 1,5 года назад. И он часто с детьми занимается, ему нравится это, он знает это. И, конечно, когда вот он сейчас приехал оттуда, у них какой-то вот прям в груди гордость такая, что они с таким человеком может вот от первого лица пообщаться, задать ему вопросы. Так как они вообще пришли заниматься в наш военно-патриотический клуб, им это интересно, конечно. Я смотрю, сегодня даже с блокнотиками пришли, кто-то вопросы заранее туда записал, кто-то какие-то ответы Дмитрия записывает, да, им очень интересно. И мы очень рады, что они сами к этому тянутся. А также не менее важно родителям слушать и поддерживать детей в такое нелегкое время. Из-за переживаний и страхов ребята могут замыкаться в себе, и кто объяснит и донесет лучше, если не сам родитель.